Всем привет, ребята! Доброе утро, мои любимые кошечки! Анжелочка, Сонечка, Милочка и Анютка! Как хорошо, что вы уже проснулись! И мы как раз вовремя зашли к вам в гости! Ребятки, сегодня у наших кошечек будет очень классный денечек! Наши кошечки будут сегодня праздновать день рождения кошечки Анжелы. Очень-очень здорово! Они приготовили много-много сюрпризов для кошечки Анжелы. Конечно же, красиво нарядимся. Закажем для кошечки Анжелы много-много гелевых шариков воздушных, чтобы было классно на дне рождения. И весело главное, да? А Анюточка придумала заказать классный тортик. Большой и красивый. С украшениями, да, Анечка? Это была очень хорошая идея. А также наши кошечки приготовили подарочки для Анжелочки. Так здорово, ребятки, да? И, кстати, я знаю, что вы будете тоже все поздравлять нашу кошечку Анжелу. Так что, Анжелочка, принимай поздравления от твоих зрителей, которые тебя очень-очень любят и с удовольствием поздравляют тебя с днем рождения. И желают тебе быть такой же красивой, здоровой, улыбчивой, веселой кошечкой. Так, ну а теперь покупаемся. Да? Так любят купаться наши кошечки. И зубки чистить, да, Анжелочка? И, конечно же, любим покушать. Поэтому давай-ка сейчас покушаем. И надо будет сегодня обязательно скупиться для дня рождения. Так, что хочет покушать наша Анечка? Давай пиццу скушаешь. Так, а наша Милочка скушает морковочку. Так, а Сонечка съест салатик вот этот. А Анжелочка творожочек с ягодками. Так, выпьет молочка. Сонечка печенье. Нет, наелась. Посмотрите, Милочка уже наелась. Это очень здорово. Так, печенюшку для Анютки. Так, давайте наедаемся и будем готовиться к дню рождения. Самый классный праздник сегодня у кошечки Анжелы. Ну такая грустная наша кошечка. Давай наешься и поднимется настроение у тебя, да? И конечно же я наших любимых кошечек с удовольствием поглажу. Давайте, кошечки. О, хотела вас погладить, но надо, оказывается, почистить сначала зубки, да? Давайте, кошечки, не теряйте сознание, а чистим зубки. И будете сегодня классно улыбаться на дне рождения у кошечки Анжелы. И кушать вкусный-вкусный классный тортик. Классненько. Вот такие зубки у наших кошечек красавиц. Ну и вот голливудские улыбки наших звезд. Да, такими крепкими зубками хвастаются наши кошечки. Так, ну что же, еще грустная, да? А Анютка очень веселая, потому что она, наверное, больше всех любит дни рождения. Не только свои, но и своих кошечек. Так, ну я вас сейчас поглажу, и мы пойдем в гардероб переодеваться. Так, оденем самое красивое платьице кошечки Анжели, Сонечки и Милочки. Да, ребятки? Итак, первым мы будем одевать нашу именинницу-кошечку. И это будет у нее красивое, блестящее платье, волшебные блестки. Вот оно, обалденное платье нашей именинницы. Так, а также сделаем тебе красивую прическу. Классную прическу, вот такую. С розовым цветочком, конечно же. Вот такой наряд нашей именинницы. И теперь розовую шубку давай. Вот такая красавица наша Анжелочка сегодня будет. И глазки. Давай. Глаза аниме. Вот хорошо подойдут для тебя, нашей красавицы. Так, а теперь давай-ка, Сонечка, твоя очередь одевать красивое платьице. Сейчас посмотрим на нашу Сонечку. И, кстати, ребята, уже скоро-скоро... Уже, наверное, в следующей серии мы увидим маленькую кошечку, кошечки Милы. И это будет кошечка Диана. Так что в следующий раз ждите, у нас уже будет целых 5 кошечек и будет еще интереснее. Да, Милочка, и мы будем поздравлять тебя с пополнением. И я думаю, что будешь принимать поздравления от зрителей. Так, ну а Сонечка сейчас готовится.
подберем для нее рыжую шубку и розовые глазки. Вот такие розовые глазки у нашей Сонечки. Милочка, а теперь твоя очередь. Сейчас мы оденем для нее платье хрустальной принцессы. Так, вот оно. В таком длинном, блестящем, красивом платье будет наша Милочка. Милочка, ребята уже ждут твою дочечку, хотят очень-очень увидеть. И я тоже хочу побыстрее ее увидеть. Так, ну а сейчас прическа. Для этого платья будет вот такая. Голубой хвостик. Красивенькая наша Милочка. Белую шубку давай-ка для этого наряда. И глаза ангела, наверное, подойдут очень хорошо. Вот такие глазки ангела у нашей Милочки. И теперь, Анютка, осталось тебе наряд одеть. Это будет вот такое бриллиантовое платье. Ух ты, и самая блестящая сегодня Анечка у нас, да? Она так давно хотела одеть это платье. Также у тебя будет черно-белая шубка. Вот, наша красавица маленькая Анечка. Дальше прическа пикси вот такая. Цвет какой? Хочешь такой сиреневый? Или вот такой будет, да? Так, а также у нас глаза ангела. Да, наверное, тебе глаза ангела лучше подойдут. Вот, а Милочке голубые глазки сделаем. Вот. Вот такие классные кошечки. Здорово, да? Давай тебе еще все-таки вот такой цвет волос сделаем. Давно не было вот у тебя такого цвета волос. Так, ну и вот наши кошечки готовы. Теперь давайте-ка перейдем к макияжу и сделаем макияж нашим кошечкам, который будет очень классно подчеркивать их красивые наряды, их красивые глазки, прически, да? Сделаем им классные губки, реснички красивые нашим красивым, обалденным кошечкам. Ну и вот наши красавицы уже готовы праздновать день рождения кошечки Анжелы. Так что, Анжелочка, уже скоро тебя ждет много сюрпризов, которые приготовили к твоему дню рождения кошечки Сонечка, Милочка и Анечка. Это будет очень-очень здорово. Ну а теперь, кошечка Анжелочка, все ребята хотят поздравить тебя с днем рождения, передают для тебя очень-очень много поздравлений и пушистых приветиков. Ну а теперь настала очередь танцевать и передавать приветики, а также поиграем в очень интересную игру кошечки Анжелы. Итак, сегодня поздравления с днем рождения от кошечек принимают Света Лапина, Лиза Соболева, Марина Серебрякова, Анна Ткаченко, Гриценко Татьяна, Мирослав Иванов. Кошечки поздравляют вас с днем рождения, передают огромные пушистые приветики и желают вам всего самого-самого лучшего, счастья, улыбок, хорошего настроения и классных подарков. А еще Настя Кэт передает привет Саше и поздравляет ее с прошедшим днем рождения. А также для Насти и Саши приветик пушистый от кошечек. Ну а следующие много-много пушистых огромных приветиков передают кошечки для наших зрителей. Итак, приветы сегодня получают Ольга Зуева, Киска Мяу, Кэти Плюс ТВ, Забавная Яна, Аяжан Кэт Супер, Полина Егорова, Кэсси Кэт, Настя, Елена Курочкина, Настя Семенихина, Мария Шумахер, Дана Ахмеджанова, Фатима Изухра, Катя Ульянова, Анна Гриненко, Вика Бельженимаева, Олег Анискин, Полина, Соня, Кошка Милочка Мурмяу, Валера Демина, Кэти Лайф, Евгений Ковалев, Оксана Новикова, Ксения Плей, Анфиса, Нестеренко Катя, Елена Лебедева, Алексей Погуляй, Ксения Зазуля, Аня, Лиза Лукьяшко, Юля Лебедева, Екатерина Приходько, Настя Громова, Арина Логинова, Сиамская кошка Соня, Кошка Кити, Милашка Персики Веселье, Семочка ТВ, Ангелина Лайк, Дарья Виноградова, Маргарита Стартлав, Асламова Вера, Асламов Марк, Асламов Гриша и Асламов Артур, Диана Камалова, Яна Чупина, Тамара Ментюгова и ее брат Мирон, Алина Сунцова, Белоткач Екатерина, Ангел Пугачева, Эльвира Шарипова, Салон Связи, Барби Рай, Маша Лол, Карина Шоу, Бум Шоу, Ульяна Завьялова, Вика Азарнина, Вероника, Айган Магомедова,
Юлия Якунина, Лина Лайф, Рамазан Ахматов, Коржик, Шарик, Дружок и другие, Валерия Дедук. Следующие пушистые приветики летят для Ангелины Калинич, Кати Веселье, Нади Соколовой, Сновы Оул, Авроры, Лины Лайф, Киры Трусовой, Кати Китикет, Леры Будниковой, Алгыстаны Азаровой, для Сарюны Чердоновой, Насти Звездочки, Полины Клевцовой и ее сестры Даши Клевцовой, Дианы Волчихи Роблокс, Насти Юриной, Полины Лобановой, Софии Полищук, для Алисы Куршневой, Насти Аверьяновой, Нейс Презент, для Насти Худанич также и Тягун Анны, ЛПС Свит, Макеевой Елизаветы и для Сабрины. А также пушистые приветики от кошечек получают Сережа Карпов, Саша Фокс, Екатерина Большакова, Арина Кудрявцева, Людмила, Токи Тори, Александра Головко, Вика Милашка, Евангелина Мяу-Мяу, Хаски из сказки, Эркежан Админ, Трали-Вали Китс, Кеша ТВ, Даша Реу, Татьяна Глазунова, Ксюша Махнева, Оксана Голик, Наиля Нишанова, Даниэль Иваненко, Даша Котик, Алия Нусипова, Татьяна Маслова, Елена Азарнина, Полина Егорова, Лиза Жданова, Энн Данилов, Айназик Ниязбекова, Дарина Дудка, Настя Юрина, Лика Амплеева, Мария Лойко и Лиза Нижняя. От Милочки летит приветик для Насти Русецкой, Насти Семенихиной, Яни Волосновой и для крутых девчонок Лайф. От Анечки приветик летит для Ини Кис Орлукевич, для Ларисы Глебовой, Ирины Шумаевой, Пинки и Рарити и Куклы, а также для кошки Дианы и Ани. А также еще приветики от Анечки получают Ян Макеев и Алина Гуляй, а также Цветок Жизни. От Анжелы приветик летит для Котенок ТВ, Людмилы Бруяки, для Вероники Петрив и для Софии. А от Сонечки приветик Соне Беловой и Мяу-Мяу Буське. От Анечки и Сонечки летит пушистый приветик Марине Лашкевич, Веронике Куфтыревой и ее подруге Вере Машковой, а также для Анны Артемьевой приветик. От кошечек Анжелы и Милы летит приветик для Иры Демченко. Ну а теперь настала очередь кошечкам передавать приветики. Итак, наши любимые кошечки для вас передают сегодня очень-очень много пушистых приветиков. Ангелина Калинич, Анна Андриенко, Олег Анискин, Саша Дерекова, Марина Лашкевич и ее кошечка Мотя. А также летят приветики для вас от Полины Васильевой, от Александры Плотниковой и ее Анжелы, от Насти Астафьевой, а также от Чудеса с Алисой, от Эльвиры Шариповой и ее кошечки Критти, от Якунина Юли и ее кошечки Люси, Маргариты Старт Лав, Валерии Дедук и ее Анжелы, от Дианы Кэт, Каролины Дамаскиной, от кошки Эленя, Виолетты Кульчихиной, от Вики, от Полины Телепузик, от Эзнап Звонаревой, а также большие пушистые приветики и большие поцелуйчики для вас. Кошечки от Маргариты Беляевой и ее Анжелы и Тома, от Саши Фокс, от Доги ФНАФ, от кошечки Кристины, от Даши Котик, от Сарвары Яркиновой и крутых девчонок Лайф. Ну а для кошечки Анжелы передает приветик, как всегда, Вероника Петрив, а также Вероника Клубника. Сонечке летит приветик от Полины Ергуновой, Тани Гриценко, Раисии Яковлевой, Насти Аверьяновой и Вики Федченко. Милочке самый пушистый приветик передает Виктория Сиренко, Настя Семенихина, Владимир Пухтинов и Шура Невский. А Анечке от Марьяны Черновой летит приветик от Полины Васильевой, от Киски Мяу, Кити ТВ, Пинки и Рарити и Куклы, от Ани и от Насти Кэт. Ну, Милочка и Анютка, тоже принимайте самые пушистые приветики от Мими Гейм Софии, от Насти Звездочки, Даша Шлега передает приветик, а также Милашка Персики Веселья. Соне и Ане большой пушистый приветик от Маргариты Коноваловой, от Веры Асламовой и ее братьев Марка, Гриши и Артура, от Влады Ведьмовской и Елены Фроловой. А Анжелочке и Сонечке летит приветик от Саши Гриценко и от ЛПС Свит и ее Анжелы. Ну вот, кошечки, спасибо вам за приветики и вам, наши любимые зрители, для кошечек, которые очень любят, что вы им передаете приветики. Если хотите приветик для себя, то напишите в комментариях свое имя и фамилию. И мы с кошечками обязательно для вас передадим приветики. Ну а сейчас еще раз, Анжелочка, с днем рождения. А мы будем уже прощаться с кошечками. Классно вам провести время.
отлично повеселиться. Ну что же, всем пока-пока.